Здравствуйте, сталкеры. Продолжаем проходить сталкер Зов Припяти. Так, я на Скадовске. Нужно спуститься вниз. А, далеко ходить не надо. За неделю подошли домой. Это вот здесь. Так, стоп, нет, тут же нет прохода. А, ну да, я же на самом верху, действительно. Надо спуститься. Ничего, ничего. Нормально. Привет, брат. Здорово. Так, вот я на Скадовске. Мне нужно забрать заказ. Что там? Заказ. Я хочу забрать заказ. Рысь. Блин. Это Драгунова длинная. Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них совесть? Но забирать надо, потому что в следующий раз может не так хорошо повезти. Заберем. Но для начала нам нужно продать. Думаете, заинтересует странный артефакт? А, нет, стопы. Артефакт я ему успею отдать. Торговля. Продаем. Продаем этот артефакт. Так, это продаем, это все продаем. Денег мало, поэтому продаем все. Даже гранаты. Гранаты насобираю я еще. Продаем. Давай, давай, не задерживайся. Да я в курсах. Артефакт ну, Бороди отдадим. До встречи. Опять сапожище хреновое подсунули. Что у них совести совсем нет у этих? Сколько у меня денег? О, денег за глаза теперь хватаем. Идем забирать винтовку. Хорошо, держи. Так, заказываем еще раз снайперское оружие. До встречи. Тут она называется почему-то рысь. Ну, в общем, она беспонтовая. Она длинная, неудобная, прокачивать ее не так круче, как СВУ-2. Поэтому я ее оставлю. Можно, конечно, продать ее. Ну, я оставлю только. Пусть лежит. Так, у меня всего лишь 3000. 3000 это мало. Но я думаю, мне хватит починить отбойник. Улучшать, конечно, пока не буду, денег мало. А вот починить почему бы и нет. Сколько он будет стоить? 5000. Блин, не хватит. Отбойник бы нужен, конечно. Давай-ка я, наверное, сбегаю за артефактами. Почему бы и нет? Только нужно поспать сначала. Вот примерно вот так вот. Так, поспал, перекусить надо. И теперь быстро за артами. Вот послушайте, мужики. За артами я люблю ходить вот сюда. Ну и, соответственно, на плату. На плату я пока еще не буду идти. Так, а кто там? О, кровосос, нет. С кровососом я пока воевать не буду, ну потому что у меня всего лишь калаш. Поэтому я лучше обойду. Так. А кто там? А, собаки, собаки, это мелочь. Мне вообще вон туда надо. Так, ну что, тут будет артефакт? Хотя бы один. Мне деньги нужны. Артефактов нету, да? Печально. Ё-моё, всё-таки кровосос меня заметил. Ну где ты? У меня опять очередью стреляют. Зараза.
что-то еще один, что ли, рядом? Да нет, вроде поспокойнее. Не, нету. Так, ладно, артефактов тут нету. Можно, конечно, туда сбегать. Но пойду туда схожу, потому что вариантов больше нету. Мне можно еще на плато сходить, там много артов, но... Сначала надо к Ною зайти, чтобы квест завершился. Хотя можно и так, в принципе. Но я к Ною хочу зайти, завалить Ноя. У него там дробовик тоже неплохой. Такие штучки-дрючки в рюкзаке. Ну, в общем, Ноя я всегда валю. Он, в принципе, не нужен. И забираю у него артефакт компас. Вернее, два артефакта. Да, плохо с непрокачанного оружия стрелять. Толком никого не убьешь. Ну, плоть-то убить не проблема. Мне нужно прям немного денег, чтобы починить дробовик, и тогда здесь я буду бегать уже с дробовиком. Это милое дело. Притом с таким, какой у меня, отбойник, это вообще круто. Так, посмотрим, что здесь у меня. Мигнуло. Так, есть артефакты. Есть, это хорошо, но нужно быть аккуратнее. Так, надо принять вот это и вот это. Так, прыгать. Да, прыгать, а как по-другому? По-другому никак. Где он? Где-то в середине. Да, вот он, есть. Вот, а тут еще один есть. Сохранились. Так, но нужно тут аккуратно. Так, там газировка. С той стороны не пройдешь. Где-то здесь. Блин. Но я тут не пройду, надо постараться вот тут обойти как-нибудь. Вообще, по-хорошему, нужно выйти отсюда. Да, и запрыгнуть с какой-нибудь другой стороны. Так, кто там? Бандосы сидят? Ладно, потом мы их убьем. Так, давай зайду, наверное, вот с этой стороны. Да ё-моё, где ж ты? А, вот он. Так, где-нибудь вот здесь надо выйти. Опа, вышел. Отлично. Два артефакта у меня есть. Сталкер, что с тобой? Ха-ха. Ладно. Разоружим бандосов? А почему бы и нет? Мы подошли за угла. Готово. Бандосов, милое дело, валить. Правда, у них ничего нету интересного. Да, печально. Ну да ладно. Все, можно на базу бежать. Хотя, конечно, соблазн есть сходить сюда. На земснаряд. Но у меня нет аптек. У меня ничего вообще нету. Но тут может быть артефакт, поэтому я все-таки загляну. Перегруз у меня тяжелый, бегать не получается. Даже пешком не особо удобно. Конечно, с таким рюкзаком за спиной особо не побегаешь, не походишь. Так, ладно, иду не спеша. Тут вроде мутантов не должно быть. Аккуратно пройду, посмотрю, вдруг повезет. Артефакт будет. И тогда будет вообще замечательно. Первые шаги в зоне самые трудные. По чуть-чуть, потом уже. Так, ну что тут у нас? Да нет.
каждый раз же должно вести. Да, пусто. Все, иду на Скадовск. Ой, я еще радиацию подхватил. Ё-моё. Надо быстро на Скадовск бежать. Водяры выпил. Вот с водярой полегче. Денег у меня мало. Сейчас продам. Куплю, наверное, таблетки всякие. Антирад, аптеки. Всего по чуть-чуть. Ну, а потом уже буду ремонтировать тогда свой дробовик. Посмотрим. Так, мутанты, мутанты. Добрался до Скадовска. Отлично. Пойду продам бороде. Слышишь, тут надо? Ну, здорово. У султана, короче, разговорки есть. Так, вот артефакты под заказ. Прям отличная штука. Пока у меня нет, которые ему нужны. 6400. Почему бы нет? Да, водяру надо продать. Слишком много с собой таскать тоже не нужно. Ну и хлеб. Дам мне его. Вот так вот. Нормально, 10 тысяч. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Да, это точно. Так. Пойду починю я. Отбойник. Отлично. Так, что тут еще? Отдача и надежность. Но тут недорого. Прокачаем. Так, калаш нужно тоже починить. Броник починить. Я чувствую, денег у меня не останется совсем. Нет, 1200 осталось. Но зато я все починил, и теперь у меня есть отбойник. Это прям отличная штука. Да что ты топчешь? Ну что, я тут продам немного. И надо прикупить дроби. Да. Прикупил, а вот на лекарство. Иди, у меня... иди, нечего тебе тут делать. Только не сейчас. Так, ну на что мне хватит? Аптека? На одну аптеку? Ха-ха-ха. Хорошо, да, пусть прощай. Будет одна аптека. Если ходить аккуратно, можно и с одной аптекой прогуляться. Это будет за место антирада у меня. Водка. Надо выбросить все оружие. Ну что, я с ним буду бегать. И пойти продать. Хотя бы вот эту мелочевку. Так, подожди, а что я парюсь? Продам-ка я, наверное... Снайперку мне такая не нужна, поэтому продам ее. Посмотрим, сколько она будет стоить. 6. Отлично. Ну, теперь я могу уже лекарств купить, аптек, антирада. Я думаю, мне хватит на все. Так, немножко этого, немножко этого, этого побольше, этого. Еще деньги есть, да, купим еще аптек. На все деньги покупаем. Ну вот, 101 рубль остался, зато я все купил, все, что нужно. Теперь мне можно идти в ходку. Здравствуй. Пока. Мы идем к Ною. Так, у меня все с собой. Да, я полностью экипирован. Так, Ной. Ной у нас находится на той стороне. Вот, у меня отбойник. Отличная вещь против мутантов. Просто супер. Потом, когда его прокачаем, будет автоматическим огнем стрелять.
Это вообще будет супер. Ну и все, теперь у меня этот дробовик как основное оружие против мутантов. Я теперь только с ним бегать буду. Иду к Ною, потому что Ной скажет, покажет, вернее, дорогу на плато. Я, конечно, ее знаю, но мы идем к Ною, потому что мы его завалим сейчас. Заберем компас, там у него дробовик еще, аптеки, кажется. Ну, так, по мелочи, но персонаж такой, не особо нужный. Я когда первый раз играл, хотел его взять с собой на Припять через трубопровод. Но он не пошел, поэтому с тех пор я его валю, так сказать, в отместку за то, что он не пошел с нами. Так, сохранюсь. Убирайтесь, товарищи, перестреляю всех! Это я, чувак. Готов. Ну и готов. А вот собачка вроде бегает еще, да, его? Ручная. Ну иди сюда. И собачка готова. Так, дробовик. Заберем. Ага. Вот вы где, мутанты хреновы. Залезли, значит, наверх и думаете, Ной к вам не доберется? Ха. Да вы, я смотрю, не в курсах, что у меня возле северного хутора есть личный ход. Трындец вам, ублюдки. Да-да, мы в курсе. Так, надо было, правда, сначала с ним попасть на плато, а потом уже валить его. Ну да ладно. Я на плато и так залезу. Где я сейчас нахожусь? Нахожусь я сейчас. Вот, аномалия коготь. Пойду туда, проверю артефакты. Может быть, что я найду. Мне сейчас нужны деньги. То есть сейчас я занимаюсь поиском артефактов. Конечно, нужно было поспать, подождать, когда будет выброс. А потом уже с утра идти. Можно и так. В общем, побегать по зоне. Пособирать артефакты. Так, что тут у нас? Кто, зомби или обычные? Нет, обычные. Здесь очень хорошее место. Здесь можно найти артефакт. И какого я сюда полез? От радиации. Скачковал бы себе по-старому на районе и всю. Пойдем попробуем. Найдем его, нет? Не знаю. Артефакты тут есть, но какие именно, непонятно. Так, с этой стороны не зайдем. Надо обойти. И один, тот наверху, да? Ну ладно. Достанем сейчас, не вопрос. Его доставать не так уж и трудно. Но сноровка нужна все-таки. Вот он там и находится. Разбегаемся. Так, сначала надо подождать, когда полоска. Почему мне так радиация бьет? Ну что, попробуем? Да, все, запрыгнул. Вот артефакт. Сохранились. Да, медуза. Отличный артефакт. Минус 2 радиации. Все, вешаем на пояс. Теперь можно с медузой таскать, допустим, вот от пси-защиты артефакт. Так, компас, нет, компас 4 дают, компас мы не сможем таскать. Да, от пси-защиты можем таскать. То есть любые артефакты, которые не больше минус 2 дают радиацию. Супер, я вот за ним сюда как бы шел. Ну, а теперь можно просто выпрыгнуть. Ой, ё, бежим отсюда быстрее. Так, сохранились. Ну, конечно, я не буду достало класть. Достало тут уже все. Этот артефакт. И понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры. Мы крутые. Короче, типа вот что.
Типа... Если тебе перетереть, что надо, пацану нормальному на кичу маляву. Типа, сынок, ты как накрытую пошел, по хозяйству жопа полная. Хотел ему продать гранаты, но что-то он своей истории будет долго рассказывать. Выброс. Я могу не париться насчет выброса. Конечно, можно сбегать, найти укрытие. Оно вот здесь. Но я не буду париться. Зачем? У меня есть таблетки от выброса. Тем более, тут место хорошее. Я сейчас пережду выброс. Так, где же мне его переждать? Потому что после выброса могут мутанты быть, аномалии страшные. Да вот здесь прямо и буду ждать. Используем. Все, выброс кончился. Вороны попадали после выброса. И я теперь могу не бояться. А вот сходить посмотреть артефакты после выброса. Самое то, вдруг они появились. Ну да, появились. Так что я не зря отсюда не уходил. Правильно сделал, что остался. Сейчас бегаем к соснодубу. Там тоже артефакты должны быть. Опа, еще один такой же нашел. Ну вот у меня уже их два. Энергетик забыл купить. А у бандосов его не было. Одна водяра. И перегруз у меня. Давай-ка я вот Геркулес съем, чтобы не было перегруза. Так, смотрим по карте. Так, что тут у нас? А где соснодуб? А, вот соснодуб. По этой дороге. Ну все, погнали к соснодубу. Полазю там, посмотрю. Там место хорошее. Потом можно зайти в железный лес. У меня дробовик сейчас есть. Я вообще пофигу на мутантов. Пособирать там артефакты. А потом уже можно найти сталкеров и с ними добраться до базы, чтобы самому пешком не идти. Правда, у меня денег нет. Ну, сначала можно им что-то продать. Заработать деньги. А потом с ними сходить до базы. Так, ну что тут у нас? Посмотрим. Да ладно, пусто, ничего нету. Да не, ну быть такого не может. Пусто было. Хотя. Действительно пусто. Нет ни одной аномалии. Вернее, аномалии есть, нет ни одного артефакта. Бывает. Ну что, пойдем в железный лес? Да, пойдем. Сходим. Там-то уж по-любому что-нибудь есть. Местность там такая нормальная. На артефакты богатая. Только сначала нужно убить полтергейста. А, вот он, зараза, летает тут. Ну где ты? Не вижу тебя. А, дробовик прям суперский. Раз, два и готов, полтергейст. Ага. Так, ну что, тут мне повезет с артефактами, нет? Да ладно. Пока не чувствую. Вернее, детектор не вижу. Да ладно, что нет артефакта? Бывает и такое. Действительно, нету. Так, куда я тогда сейчас пойду? Так, соснодуб я там был. Что это у нас? НЗ круг. Можно сюда сходить, в топь. Да, почему бы и нет? Действительно. Идем в топь. Может быть, там какой-нибудь найду артефакт. Все может быть.
Знаю, так пробегу. Плоть бегает. Ну, я ее трогать не буду. Зачем она мне? У меня скоро кончится Геркулес, и опять будет перегруз. Я пока еще не прокачал. Так, а что тут можно выкинуть, к примеру? Пистолет. Выкидываем. Так, это нормально, это продать можно. Автомат не продам. Дробовик не продам. А вот пистолеты вроде продадутся. Ну и все, теперь у меня вес полегче. Можно бегать. Нормально. Так, ну вот, топ. Место тут неплохое на артефакты. Посмотрим, будет ли что-нибудь здесь. Так, пойдем. Пусто, пусто, пусто. Пусто. Пойдем сюда, в эту сторону. Да ладно, чё ж нигде артефактов нет? Всего лишь один после выброса. Чё-то прям... В этот раз мало. Да, действительно, нет артефактов. Всё, можно на базу бежать. Потому что ловить тут больше нечего. Надо на плато попасть и следовать скат-3. О, кстати, вот сталкеры сидят. Это сталкеры или бандосы? Сейчас мы посмотрим. Да, это сталкер. Ну, привет. Надо сначала что-нибудь ему продать, потому что он мне просто так не повезет. Деньги нужны. Неохота мне за хабаром сегодня плести. Самое оптимальное продавать. Сейчас бы дома оказаться. Гранаты. В гамачке. Так, 1400 у меня есть. И теперь спрашиваем ему. Так, чем сейчас занимаешься? Мне нужно в одно место проведешь. Так, и выбираем, куда идти. Из Кодовска. 500 рублей. Согласен, и пойдем. Центр зоны, центр зоны. Все, и переходим на Скадовск. Наплакал. О нечисти всякой мне и на прежнем месте. Вот. Отлично. Удобно, всегда пользуюсь услугами сталкера, чтобы пройти. Так, ну пойду продам бороде артефакты. Но сначала посмотрю. Какие артефакты нужны? У меня таких нету. Продаем ему 2 арта. Дловато. Всего лишь 4800. Ну, можно водяру им продать. Куда мне столько водки? И немножко вот так вот. Так, продаем. Покупаем обязательно энергетик, потому что бегать приходится много, без энергетика никуда. И энергетик вместо хлеба ставлю. Ну что, нормальная ходка получилась. Я нашел артефакт. Найдешь артефакты? Заглядывай. Это посмотрим. Самое нормальное. Хоть он не такой уж крутой, но все же. Ну и починю, конечно, свое оружие. Да, вот так вот. Пойду еще продам, что можно. Так, а что тут да можно продать? Да что ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет права. Так, думаю, тебя заинтересует. КПК Ноя. 1000 рублей. Нормально. Продаем. Продать. Так, ну что тут можно купить? Дробь. Да зачем на дробь деньги тратить? Бандосов убил, вот тебе и дробь. А все остальное у меня есть. Действительно. Лучше пойти прикупить. Давай, давай, не задерживайся. Что там? Что там? Это у тебя что тут? Мне нужны аптеки, антирад, все остальное. Не хватает денег? Да ладно. А так? И так не хватает? А так? Да, я опять потратил все деньги, но... Аптеки, антирады, бинты, все это нужно. Да-да, прощай.
Так, а что у меня лежит здесь? Пусто. А ну давай-ка подойдем к бандосам, почему бы и нет. Слышишь, тут надо? У султана, короче, разговорки есть. Опа. Так, в общем, взяли работу бандосов, но мы же не бандиты. Ты заваливай, перетрем. Бороде все расскажем. Группу сталкеров собираются ограбить, потом свои же. Мне предложили напасть ночью на лагерь у Шевченко. Согласен. В общем, я типа втираюсь в доверие к бандосам. Султан говорит, вы сталкеров хотите тряхнуть, я с вами. Заказ выполнен, можно забирать товар. О, заказ выполнен, это отлично. Ну чё, пойдем? Постреляем? Поехали. Сейчас мы их. Тихо, пацаны. Сейчас мы их. Сейчас и я вас. Мы же это, мы же бригада, ёп. Ну да. Троих завалить как нифиг делать. Ну а там первого завалят сталкеры. Все, можно открывать огонь. Все, завалили. Да, завалили. Теперь главное оружие собрать, чтобы сталкеры не собрали. Ну что, подождем еще для гарантии. Да не надо ничего ждать. Все, мужики, отбой. Парни, не расслабляйтесь. Всем спасибо, все свободны. Можно передохнуть. Так, где маленько. Еще один? Вот тут аптеки. Извиняй, конечно, но тебе оно все уже без пользы. Да, это точно. Мне перегруз. Так, идем к сталкеру, которому сам главный. Вот. Он мне награду даст. Завали. Отлично, отлично, отлично. До встречи. Ну вот, выполнили такое небольшое задание торговца. Возвращаюсь на Скадовск, потому что сейчас ночь. Ночью особо не походишь. Опасно. У меня опять перегруз. Ну, мне теперь мутанты не страшны. Завалил я кровососа. Да, перегруз очень сильно. Даже если я энергетик пью. Придется пешком. Пешком иду до Скадовска. Ну и лягу спать, наверное. А с утреца уже пойду по артефактам. На нашем судне оружием не машут. Будь добр, спрячь пушку. Да я в курсе, в курсе. Ну где тут проход-то, ё-моё. Все, султан один. Надо пойти к бороде сказать, что... Как говорит... Так, я достану. Так, с бандитами мы чуть попозже. Сейчас мы пойдем поспим. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Мне нужно забрать заказ, но у меня нету денег. Поэтому я немного посплю. Подожду, как наступит утро, и пойду за артефактами. Ну а с вами мы еще сталкеры увидимся. До встречи.